Джамал, как себя чувствуешь? Что тебя давно не видно? Самочувствие нормальное. Я оперировал плечо, поэтому восстанавливался эти 3-4 месяца. И сейчас вот только-только вышел на ковер. Планирую европейские игры восстановиться. Думаю, успею. Травма плеча – это серьезная травма. А что говорят врачи? Уже можно тренироваться? У меня были сухожилия, у меня были порваны на плече. Вроде бы операция прошла успешно, а восстановление, они мне говорили, месяца 3-4 будет. Уже прошло это время, поэтому я потихоньку вхожу в строй. Но европейские игры – это будет первый старт или еще до этого что-то планируешь? Планирую какой-нибудь турнир где-нибудь отбороться, почувствовать ковер, свисток, судью. Поэтому до европейских игр надо будет в начале июня где-нибудь отбороться. За чемпионатом Европы, наверное, следил, какие неожиданности, какие впечатления он оставил? Да, за чемпионатом Европы следил. Не знаю я, победили почти все лидеры в своих категориях. Так, в общем, вся борьба понравилась, как боролись ребята, болел за наших дагестанцев, за всех, кто боролся, разницы нету, за какие страны. В тяжелом весе, в котором ты выступаешь, естественно, более пристально следил. Фаворит выиграл, Агуль и Петриашвили в финал вышли. А из других борцов кто-нибудь новый появился, которого ты раньше не наблюдал? В тяжелом весе нет новых, я никого не увидел. Я видел список борцов, которые были там. Таких, кого я мог бы явно выделить, это 4 спортсмена, которые так и сели в тройку этих за медали. Хизриев, Петриашвили, Агюль и Хацановский. Это, можно сказать, будут основные соперники на Евроиграх тоже твои, да? Да, основные соперники будут они. Я тебе желаю быстрейшего, скорейшего выздоровления, возвращения на ковер, болельщики, мы все тебя ждем. Все, спасибо большое.